Задача партии «Справедливая Россия», которая входит в Социнтерн, в первую очередь отстаивать интересы простых людей. Она создана для того, чтобы построить в России справедливое, свободное и солидарное общество. Так охарактеризовал «Справедливую Россию» председатель Сергиево-Посадского отделения партии Вячеслав Ковтун. Перед тем, как вручить партийные билеты новым членам «Справедливой России», он поздравил всех и пожелал успехов на политическом поприще. Было оптимизма больше. На последнем совете и на последнем бюро, когда мы вопрос как раз решался о вступлении члена партии, значит, было заявлено следующее. Что на сегодняшний день, да, у нас остается 4 партии, которые будут непосредственно парламентские, которые будут работать, ну, я так понимаю, на ближайшее там какое-то время, я думаю, на несколько десятилетий, потому что, ну, вот сформирована уже на сегодняшний день политическая система. Поэтому я думаю, что в любом случае каждый из вас, кто сделал выбор в сторону «Справедливой России», это правильный выбор. Согласно уставу, членом партии может стать гражданин России, достигший возраста 18 лет, признающий и выполняющий программу партии. Решение о приеме в члены партии принимается советом местного отделения по месту проживания гражданина. Вручая удостоверение, Вячеслав Анатольевич также отметил, что почивать на лаврах не придется. Новых справедливороссов ждет работа на благо общества.